Что, ребят, короче, подсолнух у нас, вот, это вторая наставка. В этом году, что хотела сказать по поводу еще подсолнуха, как бы, ребят, взяток есть, как бы, пчелы несут там, я уже говорил, по 7 где-то килограмм, по 6, ну, каждый день немножко по-разному, но семьи в этом году не такие сильные. Вот у меня обычно стоит здесь на таких вот уликах по 5-6 корпусов, по 4, короче. В этом году больше двух, вот еще нигде нету. Правда, сейчас, может быть, на некоторые семьи я поставлю еще третьи. Вот, принес, как бы. Сейчас буду там в перемешку сущую переставлять. Вот, поэтому мед, как бы, будет. Но будет этого меда немного. Ребята, держите цену. Вот, начали продавать, я там выкачали липу по 450. Я там некоторые начали по 500, как бы. Ребята, цена липы в Киеве на сегодняшний день 900 гривен, 3-литровая банка. То есть 300 гривен, короче, получается литр. Вот, на периферии цену выставили уже по 600. Поначалу поставили, немножко было меньше. Поэтому, ребят, держите, как бы, цену, цените свой труд. Я думаю, что подсолнух мы в этом году будем продавать банку 3-литровую не меньше, чем 450 гривен, и она будет у нас уходить, потому что меда в этом году будет очень-очень мало. Что еще хочу сказать, по некоторым регионам, вот мне звонят друзья, вот, очень сильно расстроенные, звонили мне там с Днепропетровска, у них вообще потрескалась земля и ножка подсолнуха высохла, он даже не успел расцвести. Вот, они сейчас пчел кормят сахаром, то есть у нас тут идет взяток, а у них сейчас голод. Так что я там смотрел, Баскевич Андрей выставлял, что Кировоградская область, он вообще посох. То есть много таких регионов, где реально меда просто не будет. Поэтому не спешите в этом году, наверное, сдавать его оптом. Вот, даже оптовики, не знаю, будут ли они там добавлять цены или нет. Но я уже слышал, что цена поднялась, как бы. Мой друг прошлогодний мед сдал по 40 гривен. Вот, ребят, и, короче, это, держите, держите цену. Я думаю, что в этом году цена на мед будет. Его будет мало. Вот, поэтому, кто выкачает мед, тот в этом году немножко может заработать. Ну что у нас там? Сейчас посмотрим. Ого, тяжелый. 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 Ой-ой-ой. Ну вот. Вот так вот у нас сейчас все выглядит. Прям мед капает. Все залито. Но еще ничего не печатано. Блин, ребят, не могу удержать. На этом прерываюсь, потому что, короче, я не могу просто корпус руками удержать.